Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здесь вот купил мужчина целое поле, несколько сот земли. В прошлый раз отсюда вывозили глину, равняли, вот столбов здесь наставлено. Вот там бак такой здоровый, я думаю, это для винодельни, скорее всего, будет. То есть высадили, наверное, виноград. Вот он говорил, консервный завод будет. Вот. Строили долго, где-то в районе... Скажем, 5 лет точно строили. Вот, а сейчас уже, наверное, достроили. Уже никто не ездит. Вот. Там бак такой желтый, здоровый. А забором огородили здесь. Вот, сейчас выйти на дорогу посмотреть. Здесь они канал рыли и воду пускали. Потом воду засыпали. То есть канал засыпали. Сейчас смотрю, опять канал, и в канаве вода есть. Видимо, специально делаю так, что... По периметру, чтобы была вода, чтобы... Я думаю, это виноградник высадили сюда. Здесь вот бытовка стоит на краю. И, видимо, охраняет, чтобы здесь никто не лазил. Вот. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик. Если бы аппарат я взял бы, можно было прозумировать, поближе снять. А я снимаю просто экшн-камерой. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока.